Насколько удобно пользоваться дрелью со станиной? Ну, сначала надо собрать. Потом затянуть. А еще прикрутить. Сама по себе конструкция слишком легкая. Если дрель всего одна, то придется для других работ еще и разбирать конструкцию. А сверлильный станок обычно стоит на своем месте. И чтобы его запустить, достаточно нажать одну кнопку.